С нами защитник команды, ассистент капитана Станислав Глазунов. Станислав, ну что скажете об игре, что не получилось, второе поражение подряд с «Витязями» и третье – это уже серия. Да, Валя, проиграли сегодня хорошую игру, «Витязь» молодцы, поздравляю их с победой. Заслуженно победили, мы немножечко не дожали их. Ну, бывает, да, бывает черная полоса, мы весь сезон фактически играли на победах. Три поражения подряд, это тяжело для команды, но мы выберемся, потому что у нас работают хорошие тренера с нами. Я думаю, мы преодолеем это. В следующей игре в Ступино подойдем с хорошим настроением, с хорошим желанием и выиграем две игры на выезде в Ступино. Можно ли говорить, что чеховцы переиграли тактически нашу команду? И все-таки достаточно большой разрыв. Или это всего лишь недостаток игроков, которые в большинстве своем были отданы, в том числе, в главную команду? Да, не особо они нас переиграли, сами ошибались, сами забивали. То есть первый гол вообще нелепая ошибка, вратарь ошибся. Со всеми бывает. Ну, черная полоса, он пройдет, я думаю, ничего страшного не случилось. Мы сильная команда, мы сыграем, мы справимся. Кого можно все-таки, несмотря на что, выделить в сегодняшнем матче, и, может быть, за две игры? Вся команда молодцы, старались, бились. Ну, чего-то не хватало, может, нас нагрузили сильно. До этого мы делали 1-1 единоборство целый день, ну, целую тренировку фактически. Единоборство, может быть, чуть-чуть подсели, а так, в принципе, достойно провели матчи. Ну, не хватило. Поздравляю еще раз, Витязь, с победой, молодцы. Отрыв от ближайшего представителя «Спартака» достаточно велик, и тем не менее сокращается. А играть еще 18 матчей. И все-таки здесь как-то надо силы распределить, наверное, на такой дистанции. Да, надо не забывать, что еще плей-офф. Мы готовимся к плей-офф. Именно совершенно задача не регулярно. Ну, регулярный чемпионат, конечно, безусловно, на первом месте закончить надо. И, ну, самое главное, игры плей-офф. Это самое главное. И мы будем тренироваться и готовиться к ним. Ну что, спасибо, желаем вам успехов и порадовать болельщиков в ближайших матчах выездных с капитаном и в домашних с КМВД, которые стоят через неделю. Спасибо большое, до свидания.